Михайлович не назвал себя сначала. Да я просто про себя забыл. Напоминал Катищенко. Вообще у Ивлаха учился весь цвет. Ну, конечно, у него консерватории. Весь цвет. А, ну, мне не очень ловко говорить, потому что я помоложе, несмотря на свой такой устрашающий вид. Я немножко помоложе, и поэтому могу только вспомнить и частично возразить Сергею Михайловичу. В 50-е годы имя Ивлахова в интеллигентской среде Ленинграда, среди любителей музыки, было очень популярно, известно. Я помню себя ребенком в это время. Мы по радио слушали произведения Ивлахова, в том числе «Чуть ли не эти», которые сейчас... Конечно, это замечательно. То есть, я вот это личное воспоминание, но когда я пришел в консерваторию на первый курс, первое, что я увидел на кафедре физкультуры, она тогда располагалась на четвертом этаже, это фотография композитора, шахматиста второго разряда, Ареста Ивлах. Я спросил у старших своих товарищей, это что? Я тогда сопляк, в общем-то, еще. Спросил, это что? Тот самый знаменитый композитор Ивлах? А что говорит, что его забыли музыку? Забыли ее позже. Сейчас забыли. Забыли ее позже. Тогда, в 50-е, 60-е годы, это была почтеннейшая фигура не только мэтра, преподавателя, профессора консерватории, но и действующего музыканта. Балет «Тывушка» действительно был известен очень многим. И был поставлен. И был поставлен, и шел с большим успехом. Я повторяю, детские воспоминания не очень точно определяют. То, что я именно так задал вопрос. Это и есть знаменитый композитор Ивлах. Он был также знаменит, как, не знаю, как будто Ашкин в то время, не знаю. Но просто вот то, что звучало по радио. Это вот 50-е, 60-е годы. Вот. А горжусь тем, что вместе с Борисом Александровичем защищал честь консерватории как шахматист. Вот. И действительно, тогда это было тоже развито очень. Это говорит о его рафинированности или нерафинированности. Это уже как решит публика наша сегодняшняя. Но он играл наравне со студентами за консерваторию. Я позже играл как преподаватель. Тогда консерватория играла, было четыре группы первенства вузов. И консерватория однажды попала даже в высшую группу, в первую, где, откуда, правда, с треском вылетела на следующий год. Но во второй группе играла достаточно успешно. Тогда был такой регламент, если интересуется. 12 было мужских досок в порядке усиления. На первой доске играл кандидат мастера, дальше первый, второй, третий разряд. И три обязательно женские доски. И вот Борис Иванович буквально до последних лет, пока он был очень болен в конце жизни, он уже перестал играть. А так как раз мы пересеклись с ним вот даже на этом поприще. Ну и хотелось вот от себя добавить, я, может быть, провоцировать сейчас буду студентов. То, что мы услышали сегодня, безотносительно к тому, в какое время это написано, это произведение 40-х годов, 50-х годов. Ведь сразу же чувствуется рука мастера. Я не знаю, как это еще иначе сказать. Почему я просил Сергея Михайловича назвать? Он, кстати, назвал все те фамилии, которые я бы назвал. Наверное, Николай Моисеевич Шахматов. Но надо всех как-то и пожалеть, потому что все в возрасте люди. Статья Александра Воронина буквально позавчера в лифте. Она обещала, что она придет, но неважно, себя чувствовала. А это действительно характерный момент. Все названные и прозвучащие сегодня фамилии, безотносительно к тому, как мы к ним относимся, как к композиторам. Понимаете, быть композитором – это все-таки в первую очередь от Бога, не от педагога. Но все эти имена – это первокласснейшие музыканты. Цвет нашей питерской культуры. И здесь присутствующие, и тех, кого нет, и тех, кто уже ушел из жизни. Это наше прошлое и наше настоящее. И значение фигуры Ивлахова просто колоссальное. И Сергей Михайлович так по-детски, пафосно всегда говорит, с обидой какой-то. Это особенно должно попасть вам в сердца, вот молодежи. Потому что это его современник, это его ученик, который ему обязан очень многим.
Причем Борис Александрович умел дать то, что Геннадий Владимирович корректный штришок к его вот... Причем в шахматы, когда он играл, он тоже мог задираться, мог очень... Он очень много зевал неожиданно, понимаете? Вот есть какая-то... у него была такая цельность, но и детские ошибки при этом. Наверное, вот это детское такое свойство каждого настоящего художника. А он еще был великолепным педагогом, блестящим. Извините, пожалуйста. Спасибо.